Пошла, поехала. Давайте заколем свинью. Теперь бросок. Ничего себе. Вот так вот, чтоб знал, как на старших руку поднимать. Так, ну что, давайте посмотрим, что будет во втором раунде. Что-то подсказывает мне, что второй раунд будет не такой яркий, как первый, но тем не менее сокрушительный. Ха! На, получай по башке своей, тупой. Трещит, как бревняк. Тупая башка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что ж такое? Что ж он? Хочу его пинком тут добить. На! Вася! Ну так, бритва знает свое дело. Итак, получили 100 монет, плюс сверху. Отлично, 125, плюс рейтинг, серия побед. И обычный сундук отправляется к нам на склад. Так, сундучки заполнены. Вскрываем бесплатные карты. Так, что тут будет, что-нибудь стоящее? Или всякий хлам? Так, монеты. Ну, как-то... Да. Ну, это бесплатные карты. То есть, в принципе, этого стоило ожидать. Давайте еще посмотрим. Так, что тут у нас? Еще 40 монет. Ну, понятно. В общем, как-то они нас не порадовали. Так, кто-то... О-о-о, вот это да. Тут прям уже интересно. Уровень силы примерно одинаков. Вот. Здесь, скорее всего, исход решит мастерство. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он-то взял эти крутые лабрисы. Получай. А теперь давайте сейчас так хас на сока пробью. Вот так вот, я лучший файтер. Ты что себе позволяешь? Ого. На, по яйцам получай. Вот так. Ну, видимо, у него стальные яйца были. Серьезный парень. Я-то думал, вырубит. А не, еще и оказался стоячим. Так. Второй раз, а ну-ка. Дурить, второй раз попадается. Они все попадаются. На, еще раз по шапке. Дебилоид. Сейчас мы тебя поколем, дебил. Что ж такое? А ну лежать, я сказал. Хоба! Бросок, дзюдо! Так, и теперь элементы ушу. На! Попался. Вот так вот, люблю этот финт. Типа отходишь, а на самом деле уже срабатывает... коронный удар с разворота. Так, все лоты заполнены. Вот так вот. Не получили ни одного сундучка. Там, правда, и был сундучок, конечно, не очень. Так, нам предлагают приобрести, кстати, сейчас этот самый набор. А именно редкий легион. Предложение дня.
Ну, полагаю, стоит все-таки его взять. Так, приобретаешь. Что тут такое предложение дня? Бегем. Распаковываем и смотрим, что же нам здесь насовали. Иногда попадаются прям, ну, удивительно крутые вещи. Так. Ну, как бы такое, да, тоже. Не самые идеальные варианты. Так, новая способность. Что это такое? Редкий спецприем циклон. Надо будет попробовать. Так, и что еще? И куртка, обычный доспех. Ну, как-то да, только 1000, считай, всадил в пустоту. Лучше потратил на что-нибудь более ценное. Лучше бы накопил, да, так сказать. Купил бы нормальный шмот. Ладно. Еще накопим. Так, давайте возьмем задание. Выживший какой-то у нас тут дурик. Тоже с копьем. И получает по шапке уже. Все, копье в руках не удержал. Броня у него, видимо, тоже фуфлыжная. Ты что себе позволяешь? На, получай кровотечение. Все, полежи, отдохни. Красавчик. Так, думал, ты сейчас выйдет, сейчас начнет от меня. Сейчас начнет. Получил люлей. А ну давай, иди сюда. Ого. Блин, я как-то что-то... Что ты себе позволяешь вообще, вонючка? Пошел отсюда. Капуэйра какой-то у него. Бух, вот это ж надо было так. Влупил так влупил. На! И еще разочек. Хлоп. Отлично. Фух. Да, теневые способности меня здесь явно выручили. Так-то во втором раунде он прям как демон начал на меня нападать. О, так. Шлем. Ну, шлемы, понятно. Самые фуфлыжные дают. О, вот это, кстати, интересно уже. Их! Чуть-чуть не дотянуло, да? О! Вот это отлично. А ну-ка, сейчас посмотрим. Так, давайте в экипировочку зайдем, заглянем, что же там такое. Так, экипировочка. В частности, меня интересует улучшить каска скаута. Да почему бы и нет, пусть улучшается. Так, ага. Такое вот копье интересное, да? А у нас сейчас... Так, у нас сейчас такое стоит, да, редкое копье. 20 атака оружием, сокрушение зато есть. Здесь же 27, но без сокрушения. Ну, полагаю, нужно выбрать вот это вот, надеть пока. Да, пусть не такое козырное, как у меня, но зато урон у него явно выше. 53, вот это вот третий уровень, и начнется прям вообще там рубилово. Фух. Так, давайте еще пройдем какое-нибудь задание. Очень-очень интересно стало, что что-то такое дальше-то будет. Так, сложно. А, да. Помню. Что-то было такое. Ну, посмотрим, как это сейчас пойдет. Сейчас там у меня уже копье полет посильнее. Часовой. С мечом. Да ладно. Получай по мордяке. Главное, не давать ему встать. Иначе он нас быстро уделает. Бросок. И колем сразу же. Еще разочек. Суфликс. Отлично. И в баштан его. На. Накололи. Ого. Вблизи такой... Что-то он как-то читер какой-то прям. Два удара, а у меня уже жизни не осталось нифига. Явно читер.
На, еще разочек тебе, читер. У меня есть античит. Называется теневая способность. Давай бросок сделай. Не хочет. То есть надо было, сам попался на эту удочку. Ай-яй-яй-яй-яй. Фух, так, ну что ж, на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.